Афганська війна. Страшна, жахлива, кривава, непотрібна. Можна чимало добирати слів, які таки не висловлять гіркоту втрат. Не передадуть усю силу мужності та стійкості наших солдат і офіцерів, котрі 10 років з 1979 по 1989 були на сторожі інтересів перш за все нашої держави, а вже потім залишалися вірними обраній професії, обраним ідеалам, нормам моралі, традиціям. Ісламська Республіка Афганістан. Для когось вона дружня, для когось вороже. Для Сергія Плахотника, офіцера-розвідника 334-го окремого загону спеціального призначення, далека східна країна стала рідною. Коли ми з вами зустрілись, ви сказали, як-то так по-особому ви назвали Афганістан. Рідна Афганщина. Чому? По всій видимості, тому що з нею зв'язані лучший год, лучшее время моей службы в вооруженных силах. Это действительно тот момент в службе, который, естественно, никогда не забудешь. И когда применяешь свои знания и опыт, силы, умения именно по своей специфике, по своему образованию. Жодного разу у своєму житті Сергій Плахотник не жалкував щодо обраної професії, щодо труднощів, які щоденно випробують на міцність. Випускник Ленінградського вищого командного училища передбачав, що його доля буде перетинати бойовий рубіж. Професійну майстерність доведеться вдосконалювати у гарячій точці. Як вийшло, що ви для себе обрали іменно вот этот вот путь, путь воєнного? Оба моїх діда воювали. Дед по материнской линии погиб под Киевом при обороне Киева. Рассказы бабушки одной, второй о войне, естественно, навевают какие-то эмоции. Потом, наверное, я в детстве сильно много посмотрел фильм «Четыре танкиста и собака». Кроме того, что хотелось стать военным, еще и танкистом. Это детство у нас проходило, как правило, в селе. Съезжались туда со всего Советского Союза дети, играли мы в этих четыре танкиста, и сложилось так, что уже практически в генах должен стать танкистом. И окончательно сформировалось мнение о том, что нужно стать военным, наверное, под воздействием воспитательной роли моего военрука Лучкова Леонида Архиповича, майор запаса, военрук 24-й школы. Я, естественно, предполагал, что когда-нибудь придется участвовать в боевых действиях, может быть, если не в Афганистане, значит, в другой точке. И тут еще такой момент. Бухгалтер должен обсчитывать, продавец должен обвешивать, а военный человек должен воевать. Ни одна армия мира ничего не стоит, если у нее нет боевого опыта. И, естественно, офицер, в каких бы учениях он ни принимал участие, но боевого опыта он там не получит. Когда и как вы встретили известие, что вас направляют на службу в горячую точку? В январе 87 года в нашу часть пришла разнарядка отправить 5 офицеров для замены офицеров, которые служат в Афганистане в войсках специального назначения. Хочу заметить, что хотя это уже 87 год был, о войсках специального назначения в армии знали очень мало. Мы подозревали, что-то слышали, что есть такие войска. Но что это за войска, как они применяются, тактика действий, задачи, для нас это было неизвестно. Поэтому, когда сказали 5 офицеров, войска специального назначения, меня, конечно, это заинтересовало, как человека военного, тем более ни семьи, ни детей. Проходит определенное время, вызывают строевую часть, говорят, ты как смотришь на то, чтобы пройти медкомиссию в страны с жарким климатом? Тут понятно, куда предлагают. Пошел, прошел медкомиссию, у себя особых проблем не искал, чтобы завалить медкомиссию. В мае месяце отгулял отпуск, 15 июня убыл в Ташкент, в штаб округа для дальнейшего прохождения службы в Афганистане. Скажите, родных вы поставили в известность, что вам предстоит служить в Афганистане? Пытался как-то
рассказать, что это не страшно, это нормально все и так далее. Но, тем не менее, родители, естественно, отреагировали очень тяжело. Особенно бабушка, мама. Они помнят войну, знают, что это такое. Тяжело отреагировали. Материнські захисні молитви, хрестики, іконки. Багато у кого на афганській війні були такі обереги. Жінки, які чекали з афганської війни своїх рідних, подумки, тільки їм одним відомими словами, обіцянками, молитвами просили вищі сили повернути їх додому цілими та неушкодженими. Ці слова долинали до східних гір такої далекої, такої незрозумілої нам країни. Если на пересылке в Кабуле по утрам ледок намерзал, это конец июня месяца, но в лужах замерзал ледок, то в Джалалабаде в 2 часа ночи мы прилетели в Джалалабад, открывается рампа самолета, вплывает в самолет липкая такая теплота и незнакомый запах, такой приятный терпкий запах, запах эвкалипта. Когда прибыл в город Ташкент, в штаб военного округа, меня вызвал на собеседование замначальника разведки округа. Привел к карте оперативная обстановка Афганистана. Я еще, естественно, не знал, куда я еду служить. Достал мою карточку, посмотрел. Говорит, вот ты меняешь заместителя командира роты, капитана Кривунова, в 334-м отдельном отряде специального назначения. Но об этом отряде я ничего не слышал. Он подводит к карте, показывает самый восток Афганистана. 12 километров от пакистанской границы располагается отряд. Показал так, говорит, ты ничего, не переживай, оттуда тоже иногда живыми возвращаются. Ну, хорошо, возвращаются, дай бог, тоже вернусь. Прибыл в город Асадабад. В 4 утра прибыл, в 6 утра дежурный налет, обстрел реактивными снарядами, нормально. Поначалу вот эти обстрелы, как обстрелы, не воспринимаются. Они не воспринимаются как то, что могут быть какие-то боевые потери, жертвы там и так далее. Отряд наш расположен в городе Асадабад, в 12 километрах от пакистанской границы. Ну и так чисто исторически слагалось, он находится на пересечении дорог. С севера, с Нуристана на Джалалабад дорога идет параллельно границе, параллельно реке Кунар. И с востока на запад, в центральные районы Афганистана, проходит дорога из Пакистана вдоль Мараварского ущелья по реке Печдара и туда вплоть до центральных районов, вплоть до Кабула практически. Поэтому это очень удобный путь для перемещения различных боеприпасов, вооружения, для снабжения неправительственных, ну скажем так, бандформирований. Вот. И поэтому в первую очередь туда был поставлен наш отряд. До нашего отряда там стоял один батальон мотострелковый Джалалабадской 66-й мотострелковой бригады, который, ну, как правило, нес службу на сторожевых заставах в горах вокруг города. Я принял должность начальника разведки отряда. Что входило в ваши обязанности? В первую очередь, конечно, сбор информации о бандформированиях мятежников, их вооружение, силы, средства, естественно, сбор информации об общественно-политической обстановке в районах действия отряда. Наш отряд очень редко оставался и ненадолго в Асадабаде. Мы действовали, ну, по крайней мере, то время, тот год, который я был в Афганистане, постоянно по плану завеса мы выезжали в базовые районы, то ли в Джалалабад, под Джалалабад, то ли в Суруби, то ли на Хост. Отряд участвовал в операции «Магистраль» по деблокированию города Хост. Общаться приходилось со всеми. Практически в батальоне очень редко высиживал. Это когда нет офицеров, то ли разъехались в отпуска, то ли ушли где-нибудь на выполнение задачи. Это единственное, оставался, исполнял обязанности дополнительно дежурного по центру боевого управления. Тогда сидел в батальоне. Вам было знакомо чувство вот, ну, где-то страха? Чувство опасности, да, это какая-нибудь нижняя граница страха, да, и максимально это, ну, паника там, оцепенение и так далее. Вот, что считать страхом, ну, не знаю. Чувство опасности, конечно, было.
Был случай такой. Я находился на центре боевого управления. Зашли ко мне начальник строевой части и прапорщик-секретчик. Это как раз был обстрел. Они ушли с крыльца, потому что уже приближались разрывы снарядов. И чтобы не быть пораженным осколками, они зашли ко мне в помещение. Вроде бы обстрел этот заканчивался. Этот прапорщик-секретчик выходит, двери открывает, говорит: пошел я к себе в комнату. И в этот момент реактивный снаряд попадает к нему в комнату. Вот, буквально 2-3 секунды отделяло его от того момента, когда он открыл бы дверь в неизвестность, в будущее там или куда. Потом мы втроем ходили, наверное, день ходили, подхихикивали. Это, выходило, наверное, вот это нервное напряжение. Практически со второго дня нахождения в Афганистане судьба уберегала. Было у меня несколько моментов, которые я считаю своими днями рождения, там даже не вторым, наверное, третьим, четвертым, а именно первым днем рождения. Первый момент – это когда попал реактивный снаряд, пробил крышу в соседнем помещении, пронесло буквально там на 4-5 метров. Второй такой момент у меня был 27 ноября 1987 года, когда я сел в вертолет, оказался лишним, вертолет был перегруженным. Меня, одного прапорщика и двух солдат высадили, и этот вертолет у нас на глазах сбили. Это второй такой момент был. Там ряд более или менее не таких значительных, интересных моментов. И 12 апреля, как раз на День космонавтики, подорвался, но на противотанковой мине, управляя тягачом. Все это время я потом анализировал свое состояние, свое восприятие того, что происходило. Как вроде под каким-то куполом был. А когда приехал домой, начал вещи собирать для того, чтобы убыть к месту службы в Марьину Горку, в Белоруссию, в бригаду специального назначения, я в своей шинели, в кармане шинели обнаружил иконку Николая Чудотворца. Ту иконку, я так понял, положила мне моя бабушка. 15 лютого виповнюється 25 років, як закінчилась афганська війна. 334-му окремому загону спеціального призначення, де служив Сергій Плахотник, довелося першими залишати бойовий рубіж. Як ми восприйняли плани виводу військ із Афганістану? Очень не хотілося оттуда. Була, звісно, якась радість. Что уходим, с войны. Психически здоровый человек, он, конечно, не должен стремиться на войну, там, убивать, стрелять и так далее. Естественно, это первое, что, определенная радость. Я говорю определенно, потому что это не бесконечная радость, по крайней мере, для меня. Мы прикипели к Афганистану, в частности, к городу Асадабаду. Там прошли, по крайней мере, лучшие годы моей службы. Там погибли наши товарищи, и бросать это очень не хотелось. Но мы не оставляли памятники. Те памятники, которые мы могли увезти, мы увезли с собой. Те памятники, которые невозможно было увезти, мы разрушили, чтобы над ними не надругались те ребята, которые оставались там после нас. Під час зйомок колишній розвідник, а нині підполковник запасу Сергій Плахотник, згадував бойові операції, в яких йому довелось брати участь. Розповідав про мужність і героїчні вчинки солдат та офіцерів, з якими разом служили в Афганістані. І якось невимушено, як справжній розвідник, жодним словом не згадав власні військові досягнення. А ви можете розказати о собі лично? У вас орден Красної Звезди. За що ви його отримали? По статусу ордена за подвиги, за организацию боевых действий и так далее и тому подобное. Каких-нибудь подвигов я не совершал, скажем так, по совокупности моих боевых заслуг награжден орденом. Скажите, есть ли у вас медаль, которой вы особенно дорожите, награда? Из боевых наград у меня орден Красной Звезды, которым я особо дорожу и горжусь. Но еще больше я горжусь тем, что я был начальником разведки отряда специального назначения в городе Асадабаде. Это моя
самая большая гордость, и это моя самая большая награда. После того, как закончилась война, поддерживаете ли вы отношения со своими бывшими однополчанами, сослуживцами? Война у нас не закончилась, мы воюем во снах, это никуда у нас не уйдет. С сослуживцами, конечно, поддерживаем отношения. Тут у нас в Кривом Роге живут или наши земляки, которые сейчас живут, может быть, уже в других городах, ну, с которыми служил в Афганистане. Это Валера Чепель, Дима Потемка, Этик Кочерга. Там много других, сейчас вот навскидку не вспомнишь. Да, с некоторыми встречаемся, поддерживаем отношения. Ну и особо хотелось бы сказать о моем сослуживце, с которым меня очень многое связывает. Гена Баженко, это человек, прошедший Афганистан, очень много испытавших там. Ну, к сожалению, 2 года назад погибший при исполнении служебных обязанностей. Гена попал к нам служить в отряд в ноябре 1987 года после учебки в городе Черчик. Служил телеграфистом на 240-й станции. Это для станция предназначена, ну, непосредственно в нашем случае для связи между нашим отрядом и Джалалабадской бригадой. Я в этот момент дежурил по центру боевого управления. Вбегает ко мне Гена. Это при том, что январь месяц, налегке он очень одетый, обгоревший, закопченный. Товарищ старший лейтенант, моя машина горит. А машина горела под штабом части, под секреткой, в которой хранилось боевое знамя части. Что мне делать? Я говорю, Гена, что ты будешь делать, когда кругом осколки свистят? И если твоя машина вот это горит, то машине связи уже ничего не поможет. Говорю, давай, твоя жизнь, наверное, ценнее, чем эти недогоревшие железные обломки. Садись вот тут рядом со мной. Гена рядом со мной сидел. Оказывали мы помощь раненым, которые приносили к нам на центр боевого управления. Ну, пережили мы это дело. И после этого, в принципе, он уволился у нас из Мариной Горки. Работал тут в Кривом Роге. Ну, я потом сюда перевелся, как там мы встретились. Служили еще вместе. Ну и так нас жизненный путь развел. 26 декабря, предновогодняя вот эта суета. Ну, у всех свои заботы, там, клопоты. Какие-то определенные... Я на работе находился в этот момент. Звонит жена. Говорит, слушай, что-то у нас какие-то проблемы. Наши на сопровождение поехали. Я говорит, что-то у меня это неспокойно. Там Гена Баженко поехал на сопровождение инкассатора. Собственно, ничего, таких особых эмоций. Думаю, да человек, который столько пережил в Афганистане, что с ним может быть? Кто его знает? Ну, еще не знаю, что там реально случилось. Думаю, ну, нормально все должно быть. Да, минут через 40, наверное, перезванивает фраза. Гену спасти не удалось. Снится Афганистан. Никогда никаких ужасов. Вот самое странное, что снится он, ну, как бы с других ракурсов. Если снится мне город Асадабад, то с той стороны, с которой я его никогда не смог увидеть, со стороны пакистанской границы. Снится мне город Барикот, я его в глаза никогда не видел. Вот только в гугле залез туда, это посмотрел. Я его хорошо знаю по карте, я знаю обстановку в районе этого города. Ну, я там никогда не был, но он не снится. Снится Джалалабад. Никогда ничего плохого не снилось. Никаких ужасов, никаких каких-то противоречивых моментов. Всегда вот, когда снится, всегда хорошо. Я очень бы хотел попасть в Афганистан, попасть именно туда, в Асадабад. У всех у нас прорезается ностальгия об Афганистане. Я говорю, это... Ну, может, у кого-то не лучшая страница жизни, ну, по крайней мере, самая яркая.